возьмите от 7 до 9 яиц, желательно домашних. У меня вышло 8 домашних яиц на литровую банку. Яйца должны быть целые. Помойте яйца в содовом растворе и тщательно высушите их бумажными полотенцами. Яичная скорлупа на 90% состоит из легко усваиваемого кальция и из других необходимых организму микроэлементов. Причем этот кальций находится в скорлупе в такой форме, что он практически на 100% усваивается организмом, в сравнении, например, с мелом. Аккуратно сложите все яйца в банку так, чтобы они были ниже горлышка. Следите за тем, чтобы яйца оставались целыми. Возьмите примерно 8 крупных лимонов. Выжмите из них сок и процедите его через сито, чтобы в банку не попали косточки и мякоть. Лимонный сок содержит витамин С, полезный для хрящей и сухожилий. Есть история, что с помощью этого средства советский летчик-космонавт Георгий Гречко быстро восстановился после сложного закрытого перелома обеих ног. Поэтому этот настой также называют рецептом космонавта Гречко. Залейте сок в банку с яйцами. Сок лимона должен полностью покрыть все яйца. Через 15-20 минут, когда пройдет реакция, закройте банку крышкой, заверните в фольгу. Нужно, чтобы не попадал свет. И поставьте ее в холодильник на 15-20 дней. Если вы заметите, что через одну неделю жидкость в банке уменьшится, то можно добавить еще немного лимонного сока. Я достал банку из холодильника через 17 дней. Перетираем содержимое через сито. Яичная скорлупа растворилась практически полностью, и остаются только одни яичные пленки. Их нужно убрать. Перетертую яичную смесь переливаем обратно в банку. Добавляем примерно 100 грамм натурального меда. И 100-150 грамм коньяка до горлышка банки. Перемешайте и накройте крышкой. Коньяк нужен как консервант. Плюс в нем много дубильных веществ, которые также помогают в укреплении суставов и костей. Готовую смесь нужно хранить в холодильнике. Перед каждым применением взбалтывайте банку. Принимайте по одной столовой ложке 3 раза в день через 40 минут после еды. Одной литровой банки хватит на курс для одного человека. Принимая такое средство один раз в год, вы забудете боли в суставах, а также предотвратите развитие остеопороза и защитите кости от переломов. Желаем вам крепкого здоровья! Если вы считаете это видео полезным, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы вы всегда оставались в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!